В библиотеке мне выделили личный стол с табличкой, между прочим. О, новое расписание. Недаром его ставят в пример остальным. Никогда не пропустил ни одной лекции. Она особо интересная, ходил дважды. Смотрим, завтра ни одного окна. График составлен идеально. Какие бицепсы? Похоже, в этом колледже студенты прокачивают не только интеллект. Бу! Куда же вы? Ну-ка, иди сюда. Сколько раз тебе говорить? Хватит пугать моих друзей. Что у тебя есть для меня? Вот тесты, которые нужно решить до завтра. Это доплата за срочность. Держи. Обожаю тесты. Я бы делала их каждый день. Майк, так и знала, не могут все студенты колледжа целый месяц получать одни пятерки. Это не то, что вы подумали. Я ни при чем. Как же? Алло, полиция? Упс, у кого-то проблемы. Я же не виноват, что тесты такие простые. Ой, как она оказалась здесь так быстро? Да это же... Жаклин. Помню каждый миг, который мы провели вместе. С такой полицией ни один преступник не уйдет. Я не виноват, меня подставили. Все так говорят. Ты явно из списка особо опасных преступников. Я его забираю. Хорошего дня, мэм. А как же я? Даже не взглянула. Впрочем, я знаю, как привлечь ее внимание. Доигрался, жулик. Немедленно отдай, я не вижу, как студенты списывают. Арестуйте его. Форма ей так идет. А моя любовь такая же крепкая, как эти наручники. Ну, чего же мы ждем? Пойдемте скорее. Впервые вижу такой энтузиазм. Так как Тейлор не может впечатлить девушку умом, ему нужно поддерживать мышечную массу. Ого, а сервис у вас вырос. Тебе нужно хорошо есть, чтобы быть в форме. Наши повара будут каждый день готовить тебе индейку. Ничего себе ножка. Но я не жалуюсь. От завтрака остались одни воспоминания. А обед еще не скоро. А, что происходит? Что ты делаешь? Прекрати жевать мою ногу. Так, это был сон. Прости, я не хотел. Гирьками иди помаши, что ли. Какие гирьки? У меня живот к спине прилип от здешнего рациона. Я могу думать только о еде. Хоть бы яблочко какое-то пожевать. Фе, теперь еще и привкус бумаги. Что? Яблоко? Воу! Майк, я понял! Это визуализация работает! Я нарисовал яблоко, и оно появилось! Из ниоткуда! Это не визуализация, а канализация. Она всегда там была. Ладно, я тебе докажу. Так, самый полезный перекус для спортсмена – банан. Смотри. И что? И то! Отправляю запрос во вселенную. Я же сказал, что это работает! Попробуй сам, если не веришь. Пункт 112. Цифровой микроскоп. Давай, волшебный туалет, не подведи. Ой, лучше бы ему отойти. Все нормально. Я описал свои пожелания максимально четко и ясно. Это все ты виноват! А я предупреждал. Так тебе и надо. Жадность до добра не доводит. Майк в жизни не поднимал ничего тяжелее книжки, но по утрам он берет самую увесистую. Смотри, это нам? Знакомые коробочки. Я, кажется, уже знаю, что внутри. Покажи. Тут нарисована гантель. Значит, нужно качаться. Формулы? Здесь должно быть какой-то скрытый смысл. Сколько времени дается на решение? Дай сюда. Тейлор, выплюнь немедленно. Очки Майка в очередной раз стали жертвой его неуклюжести. Упс, ничего не вижу. Как теперь играть? Какие вы смешные. Знала, что все паникуют, но вы превзошли мои ожидания. А это вам. Надеюсь, это протеиновый коктейль. А нет, даже лучше. Ну, ребята, удачи вам. Что ж, по крайней мере, я смог починить очки. Теперь я снова все вижу. А что ты сделал со своим медовым желе? А мне как раз нужна была новая гантелька. Смотри, неплохо получилось. Мои бицепсы с ней станут просто золотыми.
Ой, она липкая. Кто знал? Фотографии с Тейлором всегда нравятся подписчикам. Он такой мускулистый. Сфотографируйся и со мной, я купил новую бабочку. Ладно, так уж и быть. Ты же практически опасный преступник, в третий раз за решеткой. А я давно ничего не выкладывала. Готово. Что? Откуда столько лайков? Как ни удивительно, все они от студентов Трум-колледжа. Уравнения, которые Майк написал на стенах, пригодились им на экзаменах. Количество лайков отражает их благодарность. Невероятно! Не знала, что ботаники так популярны. Нужно сделать фотосессию. А теперь делаем умный вид, будто решаем уравнение. Так нечестно. Я хочу фотографироваться с Жаклин. Тейлор считал дни до суперкубка. И все напрасно. Посмотреть игру негде. Стоп! Откуда доносятся эти волшебные звуки? Неужели у него есть шанс? Что смотришь? Можешь немного повернуть экран. Еще чего, сиди и думай над своим поведением. Я не сдамся так просто. Пожалуйста, я сделаю что угодно. Ну ладно, за язык тебя не тянули. Не беспокойся, я наведу здесь идеальную чистоту. Уберу беспорядок, вытру везде пыль. Отлично справляешься, и пол не забудь. Вот она, правильная мотивация. Спасибо. А это твой обед. Какие аппетитные сэндвичи. Ну что, закончил? Вымыл даже коридор. Давай же быстрее смотреть. Присаживайся. Хосе любит Марию, а та Мигеля. Я думал, мы смотрим суперкубок. А ты не уточнил, так что не отвлекай. Ауч, как обидно. Я сам себя обманул. Нет, ты видел? Я целых 10 минут убирал. Представляешь? О, идея. Нет настоящего телевизора, будет нарисованный. Итак, мы попали в разгар сражения Трум Титанов с золотыми ковбоями. Разрыв всем очков явно придает уверенности команде Титанов. О нет, я болею за ковбоев. Что за шум? Они что, опять пытаются сбежать? Что тут происходит? Отбой был час назад. Ну-ка, угомонитесь. Да, я молчу. Точно-точно, я по губам читал. Ага, тут и стены трясутся. Думаете, вы одни такие хитрые? Я тоже рисовать умею. Вот и пульт от телевизора. Буп. Так-то лучше. Как ты это сделала? Пожалуйста, дай досмотреть. Спокойно, Тейлор. Я все предусмотрел. Иди сюда. Нам надо быть потише, будем болеть шепотом. Когда Майк и Тейлор не проказничают и не пытаются сбежать, бывает даже скучновато. Ой, что это? Надеюсь, не пранк от коллег? Нет, это же приглашение для инстапарочек. Ура, я еще никогда ничего не выигрывала. Тейлор, смотри, нас пригласили на Карибы на отдых. Жаклин, я за тобой готов ехать хоть на край света. Правда? Ой, мы кое о ком забыли. Пойдем побеседуем. Кто вообще строит эту тюрьму? Ее руками разобрать можно. Да я все поправлю. Вот так. Никто и не заметит. Так хочется поплавать с акулами. Полетать на дельтаплане, понырять. Звучит замечательно. Да, друг, надо исполнять мечты. Конечно. Охрана! Они собираются сбежать вместе! Ты что? Ну, пожалуйста, Майк, мы потихоньку выскользнем. А я тебе что-то дам. Смотри, ты же любишь сложные игры на логику. Сложные игры? Да я кубик Рубика в 3 года собирал. Так быстро? Да это невозможно. У меня есть идея получше. Смотри, Майк, шахматы. Они гораздо увлекательней. Давай, Тейлор, бегом. Аромат гениальности. Быстрее. Вы ничего не забыли? Шахматы – игра для 2 игроков. Поздно. Это только первая часть подарка. Давай, Тейлор, выпусти меня. Я знаю, что делать. Где еще искать настоящего гроссмейстера, как не на шахматном турнире? Только тут найдется достойный соперник для Майка. Срочное полицейское дело. Нужна ваша помощь. Что поделать, видимо, этот вопрос чрезвычайной важности. Приветствую, сэр. Пока, Жаклин. Хорошего отдыха. Беги, Тейлор, пока он не передумал. Я все же буду немного скучать по Тейлору, хоть он и качок. Потому и говорят, что пифагоровы штаны... Ты куда? Штаны подождут, пока мне нужны подгузники и пеленки. Правда, сын похож на меня, как 2 капли воды. Я так за вас рад. Еще один малыш? Похож на меня? Но где же его мама? Уф, я пока не готов стать отцом. Где мои очки?
Вижу, Тейлор не вернулся. Некому будить меня своими тренировками. Я даже как-то скучаю по нему. И где он сейчас? Побег на букву «Э». Какая красивая, что у нее в руках? Кроссворды? Прекрасная незнакомка поразила воображение Майка. Вам не кажется, что это любовь с первого взгляда? Привет, а ты хорошо разгадываешь кроссворды? Эй, ты чего замер? Что? А, да, давай. Побег, эскапизм, держи. Вау, ты такой умный. А ну говори, это ты помог сбежать Тейлору и Жаклин? Куда делись эти двое? Признавайся. У Тейлора не хватило бы ума провернуть побег. Не серди меня, а то хуже будет. Дорогие зрители, не хочу выдавать друзей. Пишите в комментариях, что можно придумать для Мэри, чтобы сбить ее со следа. А я тебя не отпущу, пока не скажешь.